Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОлТВ и Тучка, Плеймаркет, Гафака, Гусанёк, Фуфло, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет, братья. Всем привет. Ребята, сегодня будем ломать гигантские постройки из камня, из дерева и просто здоровенные замки большим роботом из игры Fallout. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а у нас много разрушений и взрывов. Погнали. Ну что, пацаны, залетайте. Кто последний упадет с этого здания, тот будет победителем. Ну и будет ломать здание следующий. Ой-ой-ой, ЛТВ. Так, смотрите, у меня есть два оружия. Первое оружие, это вот у нас есть вот такой вот лазер. Пацаны, вы там держитесь? Нормально все? Да. Хорошо. Нормально? Вот это четко попал в яблочко просто, одним взрывом. Так, пацаны, что, все живы еще? Да. Так, надо сразу вот этот кусочек отсечь. Вам повезло, это было мимо. Вот это оно мочит. Хорош. Че, пацаны, живые? Да. Смотрите, прощайте. Дима, фу. Да че фу? Кто ж последний? Ничья. Ничья? Давайте сейчас все начинаем тогда за роботом. Раз я буду один, беру большое здание себе. Давай. Так, три... 2, 1, погнали. Лови. Ой, красиво здесь выживаю я. Да, никто мне навредить не может. Вообще, пацаны, вы какие-то изичные, вообще на изи. Ой-ой-ой-ой-ой, все, я проиграл. А вы психи. Ладно, ладно, забирай свои слова назад, вы мощные доди. Ой, мужики. Сам такой. Эй. Хорошо. А как же выяснить, кто будет следующий? Ладно, давай, Гусанёк, ты сейчас будешь ломать. Давай. Не, я буду целый. Потому что Гусанёк мазил, он даже не может бомбой попасть. Смотрите, Рахит! Что ты нам сделаешь? Что? Да! Ой. Ладно, ладно, ладно. Я иду сюда. Он слабый, да, какой-то, пацаны? Ну, гахает сильно. Я сейчас упаду здесь. Ой, лазеры пошли. Надо здесь в уголку встать. Вот здесь я буду точно хорошо тащить. Она не зафрижена хоть? Не зафрижена. Лазер точно может выломать все. Ой, блин, если сейчас мы все начнем падать. Ого, смотрите, отлетают кубики. Сколько ты уже там их наколол? Да. Ой-ой-ой. Хорош. Она не могила просто. Все, пацаны, мы сейчас все умрем, понимаете? Куда это он пошел? Ого, ты там. Ого! Вот это я улетел! Я последний, да, улетел? Нет. Там вроде фуфлик последний. Ладно, фуфлик, давай сейчас ты будешь ломать. Давай, робот говно! Ой, ладно, ладно, ты хороший робот говно. Ой! Я живой, я живой, я живой! Ха-ха-ха! Грисман залагал! Как я люблю, когда. А, мы живые. Я выиграл, пацаны. Блин. Я последний. Отлично, отлично. Но дурачка, видите? Сам поставил здание и сам же я выиграл. О, пацаны, я приготовил для вас сюрприз. Хотите сразу одним выстрелом все вы улетите в небытие? Надо. Или надо. Потихонечку? Хорошо, не надо. Давайте тогда буду снизу мочить. Ого. Нормально? О, там оно загорелось. Немножко там у вас подкапчивает. Нормально. Ты что стреляешь по мне? Слышь, ты... Ох, повезло. Улетел. Так, кто последний? Мы втроем еще. Ага, я вижу. Кстати, вы сейчас одновременно просто умрете. А, вам вот эта часть карты уже не нужна, да? Не нужна. Хорошо. Да и Тучка читер, блин, а нет. Я здесь причем, ты сам здесь сидишь. Вообще-то вчетвером вы оставались, теперь втроем. Мазила. Да как это я промо... А бомба! Чего? Опа, все, огурец последний. Выиграл! Ну иди этот робот вонючий. Ты что, не хочешь нас убивать? Или будем... А, я тогда буду по тебе стрелять. Куда ты веришь? Эй! Эй! Да ру... Ух, слава богу. Пацаны, вам жопа. О, Дима, давай к нам. А, нет, ладно, ладно, ладно. Давайте смотреть, как это разрушает. Красиво! И кто выиграл?
И тучка. Ура! И тучка, ты выиграл. Слышал, так красиво распалась, да, пацаны? Ну что, Итучка, покажи, на что ты способен. Или ты такой же рахит, как и все остальные. Давай. Дима, молчай. А он специально меня убил первого. Видите, что он делает? Ну, чтобы я никогда не выиграл. Я запомнил. Надо было в следующий раз так же самое поделать. Там еще кто-то есть? Я еще живой. А, значит, ты выиграл? Саня. А нет, их двое. Ой, тут все так трещит. Так, кого же он выберет? А, вот гусанек торчит башка. Хитрая ты печка, а? Почему не попадаю как будто? Ну как будто ты... А чё как будто? Ты по факту не попадаешь. Выше нормально? Ниже тебе. Всё. Я случайно присоединился, не случайно. А, ну всё, я выиграл. Всё, гусанёчек, ты молодец. Ребята, сейчас будет очень жесткий хардкор, так как у нас теперь жизней всего 100. В тех раундах мы были бессмертные. Ой-ой-ой, как все ломается. Он сломает, да, как-то пацаны играет? Нет. Я боюсь, что сейчас не умер. Так, лучше тут встать. Нет, нет, я умер. Блин, жесть. Кто остался? Там еще плеймаркет еще. Все, плеймаркет. А, их двое. А, нет. А, гусанечек тут сидит. Все. Гусанек, тебе жипа, прощай. Перепрыгивай. А зачем ты это делаешь? Кто это? Эй, не ломай ему жизни. Разбей ему сердце. Очень больше. Да блин. Убил? Да. Было красиво, красиво было. На. Самое хрупкое здание в этой серии. Я не знаю, тут одна бомба и, скорее всего, все рассыпется. Но сейчас мы проверим, кто из нас самый лучший выживальщик, кому больше всех повезет. Слышь, ты. Орес вонючий. Так, смотрим, что он делает. Он по низу, да, стреляет, пацаны? Ой. Держится, держится, еще веревки держат. Нет, надо сюда, надо сюда. Так, вот за столбик. Держимся, аккуратно. Что со зданием? Ну все, все, я проиграл. Там нереально удержаться. А что ты его мочишь? А у него фобия убивать людей. Нет. Ух, как красиво все разрушается. Нет. Ух ты, он, пацаны, его починил. Нет. Блин. Красиво, и тучка победитель. Я сейчас поставлю здание и будем все семером его разрушать. 2, 1, все кидаем бомбы. Красиво, если бы еще все попадали. Вот это моща. Мы его с лица земли стерли. Слышь, ты по кому стреляешь? А, вот так, да, ты сразу заговорил? На тебе, щенок. Я тебе первый вынесу, смотри, дружище, осталось тебе немножко. Кому ты говоришь? А что вы меня, блин, душите, да? Я сейчас умру, что ли? Нет, нет, нет. Да ладно, блин, красиво я разлетелся. Вот это здесь битва. Война миров целая. Ой, красиво, пацаны. Это эпичные кадры, я вам скажу. Бам! Прям четко попал в корпус. Все, разлетелся. Так, осталось 3 робота. Интересно, кто же из них останется в живых и будет победителем? Битва роботов. Ну-ка, бомба летит. Ай, мимо. Ага, получается, он зашкерился. Вот, давят жестко, пацана. Ну все, слился. ОЛТВ, ты хорошо играл. 2000 жизней. А у тебя сколько? Блин, плохо еще вот так видно надо водить. Не видно. Не видно, да. А, это густанок здесь. Ну, добивай его. Какие ракеты? Ого, бомба, красиво прилетит. Кстати, бомба больше всего отнимает. Только попасть надо. Но... Красиво! Боже, спину вдвоем. Просто четко вы его разорвали на куски. Теперь пошла дальняя закидка бомб. Гусанек, проиграй как мужчина, как настоящий робот, без страха и отчаяния. Кидай по нему бомбами, можешь выиграть, если будешь бомбами попадать. Не слушает он меня, так бы победил 100%. Только надо главное попасть. Все, гусанек, красавчик. Да что, ничья? А, ОЛТВ помог. Ну, молодец. Все, я выиграл. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте на наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.
Полетело. Я вижу. Ребята, эпический взрыв. Всем пока. Ой, попал. Всем пока.